Во Львове нашли сбежавшего из горсовета кошачьего мэра. Воля аукнулась животному травмой. Во Львове кот по имени Левчик, проживающий в городском совете как всеобщий любимец сотрудников местного органа власти и получивший прозвище «кошачий мэр», сбежал после проведения в здании учений силовиков, но через день пушистика нашли на площади рынок. Об этом 8 сентября сообщил глава администрации мэра Львова Евгений Бойко в своем Facebook. Чиновник уточнил, что животное заметило на улице возле ратуши, где он прятался под верандой, сотрудница мэрии и хвостатого. Тут же поспешили забрать домой, в горсовет. Сутки вне рабочих кабинетов на свежем воздухе аукнулись для кота легкими телесными повреждениями, Левчик стал хромать на задние лапки. Так, после обнаружения сбежавшего кошачьего мэра, животное отвезли в клинику к ветеринарам. Также в сети опубликовали видео, как хозяева доставали перепуганного кота из-под укрытия, под которое Мурзат и забрался. Видео. Во Львове сотрудники мэрии нашли потерявшегося кота Левчика. Накануне мэр Львова Андрей Садовой опубликовал пост о пропаже Левчика и просил в случае обнаружения связаться с хозяевами, а также пообещал хороший подарок тому, кто вернет животное домой. Кот Левчик стал проживать в здании мэрии с начала сентября 2020 года. Ранее он был бездомным. Однажды животное забралось на дерево возле балкона горсовета и не смогло слезть. Работники помогли его спасти, затем подлечили раны Хвостатого и оставили жить в помещении мэрии. Кота нередко можно увидеть на видео и фото со встреч чиновников на веранде с гостями, на различных мероприятиях в горсовете. Кота иногда облачают в презентабельный наряд с бабочкой или значком «О». Львове на таких раутах. Также животному организовали страницу в сети, где у хвостатого блогера уже несколько тысяч подписчиков. Собака лвив в решетка, решетка, Львив, решетка, решетка за гублени. Эй, окей, Тайвиорди видео. Львовский кот Левчик, местная знаменитость. Ранее сообщалось, что в Черновцах коммунальщики взяли на работу кота и рассказали трогательную историю пушистика. Также мы писали о том, что в Киеве кот стал спасателем и дослужился до майора, животное приютил у себя пожарный, после чего пушистик получил любящую семью, уход и даже работу.